Добрый день, Цураем Тувим. Сегодня мы поговорим о мешкале, то есть схеме построения слова типа Эвдиль. Этот материал предназначен для изучающих иврит на продвинутом уровне. Пользуясь случаем, я хочу напомнить вам, что вы можете приобрести у меня книги по изучению иврита и других языков. Для заказа, получения дополнительной информации, в том числе список книг, которые можно приобрести, обращайтесь ко мне по электронной почте. Адрес вы видите на экране. Я хочу также напомнить вам, что по моей методике, когда мы изучаем построение слов, то есть схемы построения слов, я различаю, например, существительное действие от других глагольных существительных. Существительное действие – это существительное, которое описывает процесс. То есть, если я беру, например, слово «стоять», глагол «стоять», существительное действие – это будет стояние, процесс. При этом могут быть другие отглагольные существительные, которые не описывают процесс, а описывают какой-то результат, например, или предмет. Я возьму слово «стойка», и мы его можем связать, это однокоренное слово, со словом «стоять», то есть стойка в том числе спортсмена, который остановился, занял какую-то позицию, стойка. И вот эта стойка будет отглагольным существительным, но это не будет существительным действия. Сегодня мы говорим о отглагольных существительных, которые образованы от глаголов «ифиль». И при этом в другом материале я рассказывал о существительных действиях от глаголов «ифиль». Это слова типа как «мазмин» заказывает, и «азмана» это процесс, заказывание, заказ. Если не совсем понятно было то, что я сейчас сказал, я рекомендую посмотреть видео 579, где я об этом рассказываю. И сегодня я буду сравнивать существительные, о которых идет речь в этом мешкале, в этой схеме построения, с существительными действия однокоренными, чтобы нам было понятно, чтобы мы чувствовали, что есть и такие, и другие. Итак, возьмем первый глагол «мавдиль». «Мавдиль» – это «различает» или «разделяет». Например, «Ани ло мавдиль бейн кафе вете». Я не различаю кофе от чая. Как бы мне непонятно, чем они различаются. К примеру, слово «хевдель» – это будет «различие». «Эвдель» различия. И обратим внимание, как строится это слово, как выглядит схема. Существительное «эвдель», у него приставка «хэ», и три буквы корня, и там мы слышим гласный звук «э». «Эвдель». И все слова этой схемы мы будем сравнивать с существительным «эвдель», чтобы нам легче было прочитать, чтобы понятно было, что это не «эвдаль», и не «гавдель», например, а «хевдель». Обращаем внимание по схеме, что первая буква корня, по моему правилу, об однобуквенной приставке, при прибавлении однобуквенной приставки к корню, первая буква корня теряет дагеш. То есть буква «бет» в слове «хевдель» звучит как «в», а не как «б». «Хевдель». Вторая буква корня, по этому же моему правилу, принимает дагеш. То есть, давайте возьмем следующее слово «эсбер». И мне понятно, я читаю «эсбер», а не «эсвер». Вторая буква корня принимает дагеш после однобуквенной приставки. Слова схемы, о которой мы сегодня говорим, это слова мужского рода. «Эвдель» мужского рода. Во множественном числе, соответственно, будет «хевделим». «Эвдель», «эвделим» – слова мужского рода. И теперь мы сравниваем с однокоренным словом, которое существительное действие. И мы прочитаем «авдала». Обратите внимание, буква «г» есть,
существительное действие Авдала. Буквы гей нет. Я прочитаю как Эвдель. То есть это другое существительное по другой схеме образованное, чтобы мы почувствовали разницу. И если Мавдиль это разделяет, различает, то Авдала – это процесс разделения, развлечения, если так можно сказать. Используется в современном языке это слово, например, в обряде, когда заканчивается суббота, делается Авдала, и это как бы переход от святого дня, от субботы, к обычному дню, к началу недели. Авдала. Идем дальше. Я беру слово «мазбир», глагол «мазбир» объясняет или разъясняет, что такое будет по-вашему, и мы прочитаем это слово уже без проблем по аналогии с «хевдель», мы прочитаем «хэсбер», «хэсбер». Если «мазбир» объясняет, разъясняет, то «эсбер» – это будет объяснение, разъяснение, то есть результат какого-то процесса. При этом слово «асбара» – это действие. «Асбара» – это тоже, по идее, переводилось как объяснение или разъяснение. Но иврит – язык живой, и, соответственно, слово «асбара» в современном языке воспринимается как пропаганда, пропагандирование, разъяснение, объяснение. Азбара, пропаганда. То есть мы должны и тонкости какие-то тоже учитывать, как в современном языке, какие слова уже воспринимаются. Не совсем, как это воспринималось, например, там 50 лет назад или, может быть, раньше еще. Я беру следующее слово, глагол «махшир». «Махшир», мы чувствуем, что здесь такой же корень, как в слове «кошер», «кошер пригодный». И махшир, соответственно, это делает пригодным, делает годным, подготавливает, доводит до кондиции. Как мы переведем слово эхшер? Эхшер – это у нас будет как результат подготовки. Эхшер – свидетельство готовности или свидетельство кошерности, удостоверение кошерности. То есть какой-то результат, когда уже сделана подготовка, когда сделано все, чтобы обеспечить пригодность. Эхшер. Удостоверение пригодности, удостоверение годности, удостоверение кошерности. Так мы это переведем. И сравним с существительным действием ахшара. И ахшара это будет процесс, подготовка. Доведение до состояния готовности, доведение до кондиции тоже может быть. Ахшара. И это же можно перевести в религиозном смысле как каширование. То есть работа с продуктами или работа с инструментами, чтобы ими было можно пользоваться в религиозном смысле, чтобы не были нарушены законы религиозные. Я беру следующее слово. Махзир. Махзир. Нам знаком этот корень. Махзир возвращает. Соответственно, ахзара, существительное действие, мы переведем как возвращение, как процесс. Ахзара. Передача кому-то, что мы у кого-то взяли. Ахзара. Возвращение. В отличие от этого, эхзер – это будет возврат. Например, финансовый возврат. Когда с нас взяли, например, какую-то сумму, потом оказалось, что чего-то не хватило в нашем заказе, мы чего-то недополучили, но при этом уже заплатили, и делается эхзер. Эхзер – возврат. То есть нам возвращают часть, которая была по ошибке, например, взята. Экзер. Идем дальше. Примеров будет много. Это мой стиль. Маским. Я беру слово. Маским. Соглашается.
Как мы переведем слово «аскама», существительное действие, это процесс будет, соглашение, как процесс, соглашение, или согласие тоже может быть, как процесс. Слово «эскем» это тоже можно перевести как соглашение, но соглашение уже как результат, не как процесс, а как результат, например, как документ соглашения. Эскем. Чувствуем разницу. Это очень близкие вещи. Но аскама – это процесс. Давайте переведем как согласие. И эскем – соглашение, когда есть уже какая-то договоренность. Я беру слово «мафкир». Смысл этого глагола оставляет без присмотра. Оставляет на произвол судьбы. Как бы бросает, плевать на это. Бросил свой велосипед на улице. Мафкир, неважно, что с ним будет. Афкара – это будет вот процесс оставления без присмотра. И эфкер – это существительное отглагольное. Эфкер – тоже как результат. Не как процесс, а как результат. На самом деле это очень близкие вещи, не всегда легко почувствовать разницу. Афкара – это процесс, а эфкер – результат. Например, скажут в Израиле «Айладим эмло эфкер» – «Дети». Вот это не то, что можно оставлять без присмотра. Их нельзя оставлять без присмотра. «Ло эфкер» или там, например, «Хайейну» – «Наша жизнь» – «Ло эфкер» – не то, что оставляется без присмотра. «Эфкер». Следующее слово – «мафриш». И «мафриш» – это выделяет что-то. В том числе речь идет о анатомических выделениях. То, что выделяется из организма. «Мафриш». «Афраша» – это будет выделение как процесс. И это же будет выделение как то, что мы можем увидеть, например. То, что выходит из организма. Афраша, во множественном числе афрашот. Эфреш, при этом, это будет разница. Иногда бывает, что нам не всегда, не очевидно, непонятно, вдруг слова, причем здесь разница. А если задуматься, то связь все равно есть. Эфреш, это разница между тем, что вот было в организме, например, или в какой-то сумме, и то, что из нее вышло, различием, разница между этим. Эфреш в финансовом мире используется как разница в сумме. Например, я заплатил за что-то определенную сумму и при этом получил товаров меньше, чем сумма, которую я заплатил по каким-то причинам. И, соответственно, вот этот эфреш – это разница между тем, что я должен был заплатить, и между тем, что я заплатил. И, например, мне могут сказать, что ты получишь эфреш, получишь в наличных. Например, эфреш – разница. Я беру следующее слово – «магдиш». «Магдиш» – мы чувствуем тот же корень, что в слове «кодыш». «Кодыш» – это святость. «Кадош» – святой. То есть «магдиш» – это посвящает. «Магдиш» – посвящает. «Агдаша» – соответственно, это будет посвящение. Слово «эгдеш» – трудно перевести на русский язык. Если вдруг кто-то знает арабский, то это «вакф» в арабском языке. Я попробую объяснить, что такое «эгдеш». Это изначально посвящение храму, то, что посвящается храму. В современном мире слово «экдеш» используется обычно, когда речь идет о недвижимости, когда человек передает эту недвижимость какому-то религиозному сообществу, общине, например. И это становится собственностью религиозные общины, то есть в пользу, как дар религиозной общине, посвящение. Игдеш – это уже как
существительное от глагольное определяется как результат, то, что было передано. Я, может быть, не совсем четко объяснил, но это трудно передать смысл. Здесь слово не очень непростое в плане юридических понятий. Я беру слово маркив с буквой кав. Маркив. Я читаю букву как к, а не как х. Маркив. Это собирает. Собирает из частей каких-то. Складывает. Например, как мы собираем шкаф, который мы купили в разобранном виде, и мы его собираем. Маркивим. Соответственно, аркава – это будет как процесс собирания, складывания из отдельных частей. И эркев мы переведем как состав. Ну, состав чего-то, например, там лекарства какого-то. Эркев – это что туда входит, из чего это составлено. Маткив в современном языке – это очень похоже на слово токев. Токев атакует, и маткив примерно то же самое в современном языке, как атакует, нападает, проводит атаку. Соответственно, аткафа – это будет нападение или атака. Аткафа – процесс. А эткев мы переведем в русском языке, тоже как бы похожее слово, приступ. И приступ рассматривается в том числе как в медицинском плане. Эткев лев – сердечный приступ. То есть мы чувствуем разницу, однокоренные слова, но все-таки они отличаются. Аткафа – процесс, атака, нападение. Эткев – приступ, результат, когда что-то уже происходит или произошло. Я беру слово маатик. Маатик – это переносит с места на место. Либо создает что-то такое же в другом месте. Соответственно, атака – это перенос на другое место. И речь не идет о переносе, например, там стул мы переносим из одной комнаты в другую. Речь идет о переносе чего-то мощного, например, предприятия, завода. Маатик – это мифаль, переносит завод. Атакат – амифаль, перенос завода. То есть взяли завод и перенесли его в другое место. Либо построили в другом месте этот же завод как бы заново. И вот это называется атака. Перенос в другое место или строительство такого же в другом месте. В современном языке слово атака уже используется в значении копирования. То есть маатик это в том числе и копирует. Атака копирование. Это может быть использовано в значении как переписывает там, со шпаргалки, например, или у кого-то копирует. Атака. Переписывание, копирование. И слово «хейтек» мы будем в современном языке использовать как копия. Или примерно как копия, да, когда мы копируем, например, какой-то документ на копировальном устройстве и получаем «хейтаким». Из-за того, что здесь буква «айн», она тоже какой-то гласный звук хочет получить, это буква гортанная. Мы не можем произнести гортанный звук буквы айн, и поэтому мы его как бы пытаемся сказать в данном случае при помощи звука э, и у нас получится эйтек. Эйтек, эйтаким. Это копии. Идем дальше. Я беру слово мафсид. Мафсид проигрывает, когда речь идет о поражении. Мафсид проигрывает. Соответственно, хотелось бы, чтобы процесс поражения было бы слово «афсада». Но получается так, что иногда у нас существительных действия нет, но при этом есть другое отглагольное существительное. Например, в данном случае –
будет слово «эфсед». И «эфсед» – это результат. «Мафсид» – проигрывает. «Эфсед» – проигрыш. «Маргиль» – мы чувствуем здесь тот же корень, что в слове «регель». Это действительно как бы нога, но нога еще, когда мы постоянно ходим в одном и том же месте, у нас получается привычка. То есть все нам привычно уже. Там, где мы часто ходим, мы там знаем, что где находится, мы ведем себя естественно уже. И вот этот же корень, слово «регель», входит в значение «привычка». Глагол «маргиль» заставляет кого-то ходить, то есть уже как бы отрабатывает привычку. Маргиль – редкое слово, тем не менее, можно его использовать, вырабатывает привычку. И слово «эргель» – это привычка. Если «эргель», у меня есть привычка, и дальше я рассказываю, например, что. Но при этом нет слова «аргала», как вызывание привыкания, не используется в иврите. Еще раз я подчеркиваю, что бывают у нас случаи, когда существительного действия в классическом понимании нет, но при этом есть другие отглагольные существительные. Я беру слово «махриах». «Махриах» – это «заставляет». И отсюда «эхреах». «Эхреах» – это как результат, не знаю, как по-русски сказать, «заставление». Я не знаю, как правильно. Используется обычно с предлогом «бе», «бехреах» или с отрицанием «лобехреах». И мы переведем это как «не обязательно». Вот, скорее всего, именно в таком словосочетании это используется «лобехреах» – «не обязательно». Слово «хевзик», «эвзик» – бывают слова, у которых вот слово встречается в какой-то, как в данном случае, форме образования существительных, в данном мешкале есть, но при этом глагол «эфиль» отсутствует, и существительное действие от потенциального глагола «эфиль» тоже отсутствует, во всяком случае, в современном языке. И мы чувствуем, что такое «безык», «базак» – это что-то быстрое, молния, молниеносное, «блик», «блиц». Что-то такое, соответственно, «эвзек» – это будет вспышка, как вспышка молнии. «Эвзек». Еще раз я подчеркиваю, что слово «мавзик» и слово «авзака» не существует. То есть только по опыту мы иногда можем сориентироваться. На всякий случай я вам напомню, что мы сами можем предположить, что какое-то слово существует, зная корень, но желательно проверять в надежном словаре, чтобы мы не ошиблись, потому что наше предположение может быть, что существует какое-то слово, а на самом деле его нет, либо в современном языке оно не используется или используется, например, с другим значением. Такое тоже может быть. Я беру слово «экшер» с буквой «кув». «Экшер». Обратите внимание, у нас было слово «эхшер» с буквой «кав». А сейчас «экшер». И у этого слова нет однокоренного глагола «эфиль». «Макшир» – нет такого. И нет «акшара» – существительного действия с этим корнем от глагола «эфиль». Слово «экшер» – тот же корень, что в слове «кэшер». «Экшер» – это будет контекст, какая-то связь по смыслу в предложении. Экшер. Я очень надеюсь, что это было полезно, понятно, может быть, даже интересно. Спасибо вам за внимание. Задавайте ваши вопросы. На интересные вопросы я с радостью отвечаю. С вами был Марк Харах, Лейтраут. До свидания.